хочу, чтобы тут каждый стоящий хотя бы сказал одно слово. Не обязательно на русском, можно на азербайджанском. Вам, коллектива, нашим соратникам, нашим друзьям, нашим землякам, всем вам благодарен, что в такое трудное время наше имя пришли к нам, празднику. Большое вам спасибо всем. Спасибо большое. Уважаемые гости, может быть, попросим с поздравительными речами кто-то еще из наших других гостей? Добрый вечер. Я представляю Национальный культурный автоном азербайджанцев Долгопрудна Московской области. Хочу высказать пару слов Ишембалина, Тахрималина. Мы создали в 2012 году у нас в городе Национальный культурный автоном. Поэтому вот с того времени работаем вместе и трудим. Дмитрий Устроен всегда с вами. С праздником всех нас! Я впервые в таком мероприятии, поскольку совсем недавно создана наша организация. Благодаря вам в том числе. Теперь Московская область хотя бы знает, что делает, что творит азербайджанская диаспора. И о вкладе, о роли Азербайджана в обществе вообще. Салам Армахтанский! Здравствуйте, дорогие друзья! От имени Национальная культурная автономия азербайджанцев Мытищинского городского округа. Я приветствую вас. Сегодня, на самом деле, очень знаменательный день. Пожалуйста, аплодисменты. Уважаемые гости, я хотел бы особенно выделить прекрасных Азербайджан. Вы как представитель Красногорска, мы сегодня находимся в Красногорске, так сказать, у вас дома. Спасибо вам большое за гостеприимство, это аплодисменты для вас. Спасибо. И как вы скажете, у нас были красивые аж два, да. И что хочу еще тоже выделить, с вашего разрешения. Мне очень приятно находиться в такой прекрасной компании. Еще то неприятно находиться, увидеть моего сокурсника, дорогого Амиля, с которым мы вместе учились, и он вместе с вами. Амиль, это аплодисменты для тебя. Спасибо большое. Мы переходим к церемонии награждения. Можно? С первого юбиляра. У нас есть такой тоже очень скромный парень, Абдулла Агили. Но этот человек меценат настоящий. Я прошу отделить слово спонсора от мецената. Спонсор это те, которые спонсируют и что-то ждет. А меценаты это те люди, делают и даже ничего ответа не ждут. Вот. Товарищ Агиля Абдулла Асадуллаулы именно из таких людей. Ему исполнилось недавно 9 мая 60 лет. Дорогой друг, от имени правления нашей региональной организации поздравляем вас с 60-летним юбилеем. Желаю крепкого здоровья, радости, любви штаба Оглу. Прошу вас сюда. Браво. Тоже человек. Каждый месяц участвует на какой-то благотворительной акции. Яшар, дорогой, поздравляю с праздником. С днем рождения вас. И дальше вот поздравляем Павлу. Итак, уважаемые гости, благодарственные письма. Да, у нас сейчас, естественно, презент от региональной национальной культурной автономии азербайджанцев из Московской области. Нашему дорогому юбиляру. Это аплодисменты для вас, с днем рождения вас, здоровья, естественно, и процветания прекрасной организации. Итак, мы переходим к благодарственным письмам. Награждается Рахилов Низами Рахилович за активное участие в праздничном мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею. Приглашается Гаджиев Самир Видади Аглы. Новоиспеченный руководитель нашей Солнечногорской организации. Поздравляю. Гаджиев Самир Видади Аглы. Самир Видади Аглы. Шаховская, он же здесь был. Поэтому же убежал. Так, следующий, пожалуйста. Ну, естественно, награда найдет. Безусловно. Своего получателя. Награждается Мамедов Эльданис за активное участие в праздничном мероприятии. Браво, аплодисменты для вас. Ленинский район.
Мы переходим дальше. Следующее благодарственное письмо. Сулейманов Бахрам Алусадоглы. Просим вас аплодисменты. Бахрамдарым табрич эдич. Сделана фотография на память, естественно. И мы продолжаем награждаться за активное участие в праздничном мероприятии, посвященном десятилетнему юбилею. Сухаев Зиабет Булут Оглы. Зиабет Марин, хотел бы вас пригласить. Так, мы переходим дальше. Новоиспеченный представитель национальной культурной автономии азербайджанцев награждается Гусейнова Гусейна Абдулла Оглы. Где у нас? Гусейнов Гусейн, он сегодня в зале, ему 18 лет исполнилось. Хотели бы пригласить нашего самого молодого. Где он? Да. Ваши аплодисменты, дамы и господа, конечно. Гусейн, поздравляем с днем рождения. И есть маленький презент, да. Ваши аплодисменты. Поздравляем мы вас. Мы провожаем наших замечательных руководителей и просим присесть на свои места. А наш концерт продолжается. Желаем, естественно, удачи и процветания вашей организации в каждом из прекрасных регионов Московской области.